Деревня Лычева ждет газификации по президентской программе. Она в планах Мособлгаза на 2022 год. Газопровод по деревне проходит, но он частный. То вот около нам моего дома как раз стоит ГРП. Здесь проходит труба. Она идет вот сюда, вот в сокол. То есть это частная была. Чтобы врезаться, допустим, в 2013 году у меня просили 5000 долларов. Сколько денег просили? Честно сказать? Конечно. 3,5 миллиона. Решать вопросы с владельцами газопровода предстоит Мособлгазу. Администрация округа в этом вопросе старается помочь. Есть случаи, которые пишут согласие на подключение вот по социальной газификации. Есть случаи, которые отказы пишут. Но в случае отказов Мособлгаз решает прокладывать или вторую трубу, или уже как-то мы даем все данные в Мособлгаз о этих людях и... Они связываются, решают этот вопрос. Напомним, в рамках президентской программы до забора дома газ должны подвести бесплатно. Оплатить придется только работы на своем участке. 7300 – это проектирование. Наружные земляные работы 3101 метр. Ну вот внутренние, там, по-моему, 1800 метр. Проще всего подсчитать стоимость работ на сайте Мособлгаза. В разделе «Социальная газификация» есть калькулятор, который даст приблизительный расчет за работы и оборудование, предлагаемое в рамках комплексного договора. Напомним, чтобы стать участником программы, нужно подать заявку на сайте Мособлгаза, прикрепив копии свидетельства о собственности на дом и землю, копию паспорта и согласие на обработку персональных данных. Оксана Мирошникова, Илья Халяпин, программа «События».